Всем, всем здравствуйте. Вот он запрыгивает на меня. И эти звездочки рядом. А я с вами еще немножко о переезде. Но, слава богу, там в Челябинске у меня есть Люба. Она помогает разбирать. Сегодня полночи по видеосвязи разбирали вещи, что можно отдать кому-нибудь, что выкинуть, что продать можно. Потому что что ж, накопилось-то за некороткую уже жизнь много очень. И что-то думалось, что в сад свести, еще что-то куда-то на дачу, то есть что-то кому-то отдать, еще от родителей, то есть тоже остались вещи. И вот это вот разбирать, конечно, это прямо и жалко что-то памятное, но столько всего, то есть тоже перевозить просто нет смысла, то есть нужно расставаться не жалеючи. В общем, выбирали там что-то ее родителям, что им нужно, то есть маме, папе, что-то знакомым. То есть что-то на продажу, чтобы Любаша пока выставляла, занималась этим вопросом. В общем, конечно же, когда есть хороший друг, на кого положиться можно. То есть это прямо как еще две руки, две ноги, два глаза. То есть, конечно, прямо сильно выручает, дай бог ей здоровье. В общем, дела медленно, но двигаются дальше. То есть это... И хорошо, что сейчас такая техника, то есть это не как 30-40 лет назад по письмам и по телефонным звонкам, еще и на телеграф, у кого телефонов не было, а что можно по видеосвязи, это, конечно, очень сильно упрощает все эти мероприятия. Ну и, конечно, столько там всего, боже мой, про многие вещи я даже не помню. Она мне про что-то говорит, я говорю, я даже не помню, покажи мне, это показывает, да, точно, это же вот было тогда-то. Вот. А моему папе он очень хотел, дарили самовар такой настоящий, стопной, то есть, который можно топить дровами, шишками, то есть, это он, для него он очень ценный был, ну, вот памятный такой. А ее папа, оказывается, тоже мечтал о таком самоваре, и вот сейчас этот самовар перекочевал к Любашиному папе, то есть, это... В общем, такие вот памятные предметы, то есть, которые и продавать жалко, и подарить жалко, но кому-то более близкому человеку все-таки, и который еще и человек особенно хотел такую вещь, так просто даже приятно подарить. Так что вот процесс потихонечку идет. Вот. Не знаю, как я с этим справлюсь, и с работой, и с каналом, и с переездом, и со всем на свете. Иногда голова просто идет кругом. Ну вот пока на этом все. Всем хорошего настроения и всего самого-самого лучшего.